Во Франции одобрен законопроект о легализации однополых браков, который, в числе прочего, позволит таким семьям усыновлять детей. Депутаты Национального собрания Франции обсуждали этот документ 10 дней. По словам самих парламентариев, страсти внутри собрания порой зашкаливали. В итоге из 577 депутатов за проголосовали 329, против 229, остальные воздержались. Теперь резонансный документ направлен в Сенат, где голосование по нему намечено на начало апреля. Возможность вступать в брак представителям всех сексуальных ориентаций обещал гарантировать президент Франции Франсуа Олланд, вызвав тем самым бурные споры среди жителей Пятой Республики. За последние несколько недель на улицах Парижа и других городов прошли массовые демонстрации как сторонников, так и противников этой законодательной инициативы.